У человека жизнь одна, и когда он пишет свою книгу, он не пытается создавать окружающий мир заново. Мир остается настоящим, а в нем происходят описываемые события. Когда же вокруг нас меняется мир, окружающая нас обстановка и действительность, фантастические события, описанные Булгаковым в «Собачьем сердце», как бы сливаются с описанием мира, и уже непонятно, где заканчивается Шариков и начинается реальность. В повести Булгакова изображен мир 1924 года, а фильм выпустили в прокат в 1988 году. И это не потому, что в 1988 году стало больше демократии, а потому, что мир 1924 года уже выглядел для многих в нашей стране такой же выдумкой художника, как и сам Шариков. Мир того времени слился с Шариковым. И, чтобы отделить фантастику от правды, теперь нужно знать историю, а не то, чему нас учили в школе или в институте.